Ванга назвала три знаки зодиака с ангельской душой. Их присутствие окрыляет и спасает. Существуют люди, которые не могут солгать или предать. Они не способны обидеть близкого человека, так как страдают от этого сами. Когда они рядом, кажется, что их присутствие творит чудеса. Они могут сказать нужное слово в знак поддержки, словно подарив крылья. Ванга назвала три знака, среди которых больше всего людей с ангельской душой. Так давайте узнаем этих представителей зодиакального круга. Только для начала советую вам поставить лайк и подписаться. И да, по ссылке в описании ты узнаешь свое будущее. А мы начинаем. Первый знак – Лев. Он заботлив и внимателен, не бросит в трудную минуту, не сделает скоропалительных выводов. Львы – отличные друзья, готовые приложить массу усилий, чтобы выправить ситуацию. Их поддержка поможет выбраться из депрессии и продолжить жить дальше, замечая самые обыденные мелочи, которые представятся чудесами. Второй знак – Рак. Добрые и понимающие, раки очень чувствительны и наполнены любовью, которую они готовы дарить своим близким совершенно бескорыстно. Они готовы пожертвовать своими планами, чтобы помочь другу в трудную минуту. Причины, по которой раки могут отказать нуждающемуся в помощи близкому, просто нет. И третий знак. Оптимизм и жизнерадостность – вот основные черты этого знака. Их улыбка приободрит и напомнит, что неразрешимых проблем в жизни нет. Они поддержат в трудную минуту и разрядят напряженную обстановку. Если вы волнуетесь и переживаете, просто поговорите с представителем этого знака, и ощущение, что все будет отлично, к вам вернется. И это дело.